Все, что вы видите, связано с привидениями, проклятиями или использовалось в ритуальных обрядах. Это не игрушки. Надежнее хранить их здесь, чем где-то еще. Иногда лучше не выпускать джинны из бутылки. Разве твои родители не держат тут всякие жуткие штуки? Они у нас заперты в комнате. Так что мы в безопасности. Лучше туда никому не ходить. А ты что натворила? Выпустила ее. Кого? Аннабель. Прости. Что еще ты трогала? Все. Можно поиграть с Аннабель? Ты, наверное, домом ошиблась. Тут нет никакой Аннабель. Нет, есть. Иногда я вижу вещи. Прям как мама что-то видит. Это кукла. Маяк для других духов.